тренируюсь самостоятельно. И, конечно, тоже я согласна с ним, что лучше тише и комфортнее лошадь. Все придет со временем, когда лошадь балансируется на более спокойном биатле. И в то же время, опять-таки, еще раз подтверждение, то, что я прошу от своих учеников все время активность зада. И чтобы не было в то же время лишней сумасшедшей активности. То есть эта активность должна быть направлена в хорошее, правильное русло, чтобы лошади были гибкими. Спасибо большое.